Что касается антипиратского закона, понятно, что здесь сталкиваются интересы разных групп. Люди хотят на халяву потреблять продукты чужого труда. А те, кто этот труд сделал, не хотят, чтобы их труд потреблялся на халяву. Классическое столкновение продавца и покупателя. Понятно, что авторы песен, писатели, кинорежиссеры и так далее не хотят работать на воздух. И понятно, что те, кто сидят в интернете, не хотят платить деньги. Вот и все столкновение. С точки зрения здравого смысла, человеческий труд должен быть оплачен. Лет через 100 после смерти автора, если его произведения останутся и станут неотъемлемой частью культуры, то ему авторские права не нужны. Но при его жизни, естественно, ему нужны авторские права и нужны отчисления. Так что по закону 100% правы те, кто борется против пиратов. А с точки зрения закона «нет, оплатить не хочу» — право пиратов.